Знаменитый ППШ – пистолет-пулемет Шпагина вместе с другим оружием времен Великой Отечественной обнаружен эндоскопом. Но тревогу не объявляют. Эти огнестрелы безопасны и давно молчат. Свое они сказали на полях сражений 76 лет назад. А в вестибюле аэропорта Бегишева оказались в рамках акции «Крылья Победы». Пистолет-пулемет Судаева – это лучший автомат Второй мировой. Легкий, компактный, скорострельный. Но есть один же тоже у него минус. Он ведет только автоматический огонь. То есть быстро патроны можно было кончать. Экспонаты предоставил военно-исторический клуб «За Родину», чья уникальная коллекция предметов собрана со всей России. В первую очередь это военно-патриотическое воспитание молодежи, также просвещение для более взрослого поколения, так как, опять же, повторюсь, история стала забываться. При поддержке правкома КамАЗа была организована эта выставка. Автомат Шпагина – это уж самое легендарное оружие Великой Отечественной войны. На всех памятниках изображает его. Также винтовка Мосина – одно из основных оружий в Красной армии. Выставка вызвала большой интерес у пассажиров и встречающих. Интересовались историей, фотографировались. Не смогли устоять от снимка на памяти работники аэропорта. А маленькие дети на выставке вживую увидели то оружие, с которым прошли всю войну их предки-победители. Мы увидели, чем воевал мой прадед. Хочу сказать спасибо тем, кто это все нашел, привез сюда. Мой прадед Матвей Вдоуд воевал на войне. Хочу ему сказать спасибо, то, что подарил нам жизнь. И поздравляю всех с праздником. В аэропорту совместно с КамАЗом стало доброй традицией проводить мероприятие в честь Дня Победы. В зале ожидания снова звучали военные песни, прибывающие в аэропорт пассажиры получали георгиевские ленточки и могли отведать солдатской каши. От лица руководства, от лица администрации, профсоюза и всего коллектива хочется поздравить всех с Днем Победы, с нашим великим праздником. Отдадим дань памяти нашим ветеранам, нашим родственникам, которые дедушкам, бабушкам, которые воевали, которые ушли из жизни, которые еще остались с нами. Всех с праздником. Татьяна Иванова, Михаил Матвеев, «Вести КамАЗа».